Всем привет, ребят, с вами я, Майнекс, и сегодня я сделаю обзор на Lucky Blocks мод. В этом моде есть три Lucky Blocks. Есть минус 80 удачи, плюс 80 и обычный Lucky Block. И я это все буду открывать, и это сколько получится. Название этого мода я поставлю в середине видео или в конце видео, так что смотри без перемотки и до конца. Это видео должно тебе понравиться. Но не забывай про подписку и лайк. Таким образом, ты делаешь мне очень-очень-очень приятно и входишь в число топовых. Также не пропускаешь мои новые полезные видео и интересные. Ну а мы долго не будем затягивать и приступаем к нашему видео. Итак, начнем открытие с вот этого Lucky Blocks. Давайте ломаем его, и нам выпадают железные инструменты. Отлично. 9 урона. Кстати, почему у железного меча 7 урона где-то, а у топора 9? О, он причем очень быстро ломает вот эти Lucky Blocks одним ударом. А кирка то же самое. Ой. У меня жестко залагало, и это я в маленьком виде? Че? Что-то не похоже. Плохой. Мне он не нравится. Походу, это волшебные какие-то инструменты. Они как-то быстро все ломают. Окей, я это не буду забирать, потому что мне это не надо. А, мотыга, мотыга. Ну, достаточно. О, лук. Лук, который Lucky Bow. Lucky лук. О, это у нас Lucky Sword. Lucky меч, ё-моё. Ну ладно, пригодится. Так, давай, уходи отсюда по-быстрому. Ой, блин, что это за фигня? Откуда ТНТ? Он что, ТНТ, что ли, этот, из ног у него летит? Все, изи, изи, изи. Или это у меня как-то меч так делает, чтобы летело ТНТ? Странно, странно, окей. Так, мы это все собираем, так уж и быть. Но зачем мне это? И выкидываем сразу же. Так, вот так. Вот выкидываем. Шикарный способ для выкидывания. Все, все выкинули. И я не понимаю, как у меня этот меч работает. Ну ладно, открываем дальше, ё-моё. Хороший Lucky Block попался. Так, дальше. Волчата. Это очень полезная штука. Мне они пригодятся. Все. Встаем, встаем. И особенно ты. Окей, давайте откроем один Lucky Block. Плюс 80 удачи. Так, это... А, блин. Атакуют. Атакуйте, волчата. Нет, я сейчас умру, блин. О, у меня есть тактика. Все, давайте, атакуйте их. Я пока смотрю на это все. Вот и все, всех сожрали они. Все прекрасно. И давайте теперь ломаем следующий Lucky Block. Следующий, следующий. Что-то такое. Ну, ладно. Так, следующий. Ой, блин, что-то меня жестко лагает. О, железные ботинки и яблоко. О, хорошо, что яблоко есть. Блин, а как собирать вот это вот все разом? Напишите в комментарии, я то не знаю. Так, надеваем это все. Сейчас все наденем по-быстрому. По-быстрому. Так, это вроде вот так вот одевается. Блин, я забыл все горячие клавиши. Офигеть. Как так? Знал и забыл. Так, теперь тут... О, эти штуки, они очень прикольные. Ой. Вот, удача плюс 100. И они типа как Lucky Blocks, только их ломать не надо. Ой, ё-моё, лагает. Лагает, лагает. А теперь вроде не очень. Не так сильно и... О, не очень люблю такие штуки. Нет, блин. Один вдох. Второй вдох. Что за фигня творится? Так, окей, откроем следующий. Цыплята с алмазами. Да ё-моё, сколько этих башен, ё-моё. Что это такое? Что-то фигня творится. Так, открываем. О, привет. Ой, блин. Мне явно пока что не нравится открытие. Пока что оно не очень везучее. Давайте откроем вот этот Lucky Block. Плюс 80 удачи. О, и нам упадает чародейский стол. Ну ладно. Еще один. И нам упадает вот эти вот Lucky Potion. Плюс 100 удачи.
Давай, раз плюс 100, давай, ты мне должен дать что-нибудь полезное. Хватит этих лошадок. Давай нормально, что-нибудь последнее. Ё-моё, капец, что творится, мне жестко лагает. Итак, давайте чуть-чуть еще пооткрываем, и думаю, обзора на этого хватит. Ой. Ё-моё, я думал, это какой-то моб. Аж испугался я. Так, топор и... О, алмаз... Ой, железные вещи. О, я вспомнил горячую клавишу. Прикольно, поздравьте меня. Нет, 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 нет. Блин. Капец, 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 капец. Я сейчас сдохну. Блин, нет, собачки, я не могу умереть без вас. Я не умру, я буду жить. Короче, я умер все-таки. И сейчас подбираю вещи. Вот это вот все, что было у меня. Что осталось, вернее. О, собачки. Вы что, хотите кушать? Ну ладно, да. Так, и... Нам под... О, ё-мо, у меня 12 алмазов. Ну, поже, по-братски. Вот так. Вот так. Ужас, ну и жители пошли. Даже вот на 2 алмаза, ну ё-мо. Капец, ужас. Ну ладно, давайте найдем мою кирку, если найдем, конечно. И да, я нашел свою кирку волшебную. И крипер хочет ко мне подойти. Но нет, собачки, аккуратно. Так, я выхожу отсюда. Сейчас я сломаю алмазный блок. Ё-мо, капец, мне жестко лагает. Подлагивает, так сказать. Ужасно. И вот эти вот лаки-блоки сейчас я все... Ну, вот эти алмазные блоки сейчас я всех откопаю. Все, отлично. Привет. Сейчас я у тебя куплю что-нибудь. Давай я у тебя куплю нагрудник вот этот офигенный. И еще куплю шлем вот этот офигенный. А, блин. Крыса. В крысу нельзя, в крысу нельзя. Нельзя, нельзя. Не крысить, не крысить, не крысить. Не крысить. Не крысить. Короче, они меня все-таки заскамили, как мамонты, и закрысили. Но я не сдаюсь, и теперь я сейчас все вещи подберу. Блин, у меня жестко лагает. Тут столько всего. Так, это мой супер-мега нагрудник героя. Нагрудник героя. И еще. Еще шлем героя. Да. Вот. И пока что на этом арсенале у меня. Заканчивается все. Сейчас я быстренько откопаю еще алмазов и пойду еще чем-нибудь куплю. Вот эти продавцы убежали куда-то, фиг знает куда. И давайте купим у них штаны. Штаны купим. И еще ботинки. Все, отлично. Я все купил, и теперь я полностью герой. Ну давайте, ударьте, что ты можешь? Давай, ты что можешь? Ничего ты не можешь. Так, окей, все, я пойду еще пооткрываю чуть-чуть лаки-блоки. Давайте теперь минус 80 удачи. Я же удачливый, поэтому мне должно что-нибудь хорошее выпасть. Да, я же прав, да, да. Ну да, смотрите, видите, как мне повезло. Вот. Мне очень повезло, и там какая-то табличка. Давайте ее прочитаем. И тут написано... Look up. Удача, чё? Я не знаю, как это переводится. Если вы знаете, то пишите в комментарии. Я не шарю за английский. Так, походу лаки-блоки кончились. А, нет, вот еще есть. Давайте по-быстрому откроем их. Просто вот подряд вот, на удачу посмотрим. И что такое? Это кто такой? А, дайте прочитать название. Ё-моё, что с ним происходит? Капец. Это кто? А, блин. Ладно, я побегу и открою этот лаки-блок. А, ну, понятно. Блин, у меня же... Жесть. Капец. Ого. Вот это красивый вид. Пойду-ка я спрячусь лучше, а. Вот тут передохну. Ну вот, пока я отдыхаю, можете подписаться. Так, и сейчас скоро будет самый классный момент. Я скажу название этого мода.
Да, вы офигеете от его названия. Я серьезно. Вы просто будете в офиге, когда я скажу его название. Ну, сейчас, когда я этих монстров выиграю, я вам скажу название. О, чё, привет, Нати, Нати, блин, они повсюду. Окей, сейчас я всех выиграю и скажу вам название этого мода. Я понял то, что, типа, если этим мечом бить, что что-то происходит. Например, кто-то появляется или еще что-нибудь. Ну, короче, прикольная вещь. Вот. Ой, блин, отойдите, кошаки, и у меня тут сражение. Прикольно, Lucky Sword. То есть, если я кого-нибудь ударяю, то что-нибудь происходит. Просто что-нибудь происходит. Выпадает блок или еще что-нибудь подобное. Наконец-то меня отлагало. Но когда начинает запись, у меня начинает лагать. Почему? Ё-моё. Жесть, они меня решили добить. Ну, короче, название этого мода. Вы сейчас офигеете от его названия. Барабанная дробь. Lucky Block. Да, и вот так название. Lucky Block. Все, вот так вот. То есть, качаете с любых сайтов, но можете скачать, например, с Black Minecraft. Я скачал с этого сайта, это не реклама, просто чтобы... Ну, как видите, у меня вирус тут, вирусов нет. Я тут все скачал. Ну, вообще, я скачивал сначала с Т-лаунчера. Сейчас, по-моему, Т-лаунчерский этот работает. Но если хотите знать, как это лаунчер называется, который сейчас по сути использовал, он называется Lucky Block Mod. Он так называется, Lucky Block Mod. Так же, как и Black Minecraft. А, жестко у меня лагает, подлагивает, очень жестко подлагивает. Не знаю почему, сделаю-ка я вот так. И все, у меня, по-моему, лагать меньше начало. О нет, я не достоин называть себя воином, все. Все потеряно. Все, я на всех обиделся. Ладно, шучу. Ни на кого я не обиделся. Ну вот на этом все. Я сделал обзор мода Lucky Block. Скачивайте на здоровье, играйте. Оцениваю его на 9. Прикольный мод, но разнообразия нету. Именно с Т-лаунчера скачивал. Если говорить про обычный мод, там может быть другие Lucky Block есть. Я не знаю, я не пробовал. С вами был я, Майнекс, всем удачи и всем пока. Вот, нате покушать.